прививают любовь к чтению с 1927 года. Люберецкой Есенинской библиотеке исполнилось 90 лет. В честь юбилея открылась выставка в Краеведческом музее. Там представили произведения декоративно-прикладного искусства, живописи и фотографии. Все работы так или иначе созданы по мотивам различных литературных произведений. Слово «книга» равновелико веку. И как бы ни менялись времена, не изменяет ли библиотека, служению светлому посвящена. Выставки, посвященные Есенинской библиотеке, проходят уже 23 года. Галина Талалаева – заядлый участник таких мероприятий, не пропустила ни одно из них. В этот раз талантливая журналистка не только посвятила стихи любимой Есенинке, но и снова представила свои картины. Давайте быть ближе друг к другу, давайте дорожить тем, что у нас есть. Есенинке – ура! Литературные герои, исполненные в дереве, гобелен, декупаж, вышивка, живопись, фотографии. На что только не вдохновляют книги творческих людей. Всего на выставке представлено около 800 работ от любителей и профессионалов разных возрастов. В этот раз Есенинка расширила свои границы. Ограничений по тематике не было. Они самого разного направления, эти работы. Мы не призывали написать обязательно, обычно всегда Есенин присутствовал. Дело в том, что все равно те работы, которые мы собрали, они отражают дух есенинский. Каждый раз они разные, меняются авторы, меняются направления прикладного искусства. Но в целом они очень теплые. Я не знаю, мне кажется, когда заходишь в этот зал, вот уже оформленный, особой атмосферы. На входе в зал Есенинская библиотека в свой первый год существования. С тех пор прошло целых 90 лет. Позади непростые события из истории нашей страны, но все же Есенинка выстояла, процветает и до сих пор хранит бесценные коллекции книг, которые продолжают воспитывать поколения, дарить знания и удовольствие жителям Люберецкой земли. В зале Краеведческого музея собрались все лучшие друзья Есенинской библиотеки. С юбилеем ее пришли поздравить педагоги музыкальных школ, художники, фотографы, поэты и просто люберчане, которые любят читать, которые без литературы не видят своей жизни. Давайте скажем Алле Леонидовне огромное спасибо, потому что это тоже труд. У вас доброе сердце, добрая душа, я вам, конечно, желаю добра и здоровья, а мы будем вот наслаждаться. Посетить выставку, посвященную 90-летию библиотеки имени Есенина, можно в Краеведческом музее до 3 ноября. Анна Троян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Всем привет! Вы смотрите ЛРТ, а я Яна Яковлева. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых интересных и актуальных новостей.